Ого, смотрите, какая большая коробочка. Я заказала себе уги. Та-да-да-дам! Сзади где-то почувствовала невероятный аромат. Я говорю, что это у тебя такое пахнет? Вот такие вот стильные серебристые уги. Ты с любовью открываешь все это, а там... Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будет обзор всяких наших бьюти женских штучек. Сегодня я вам покажу, что я заказала. Будет обувь, будет всякая уходовая косметика. Также бьюти-бокс ко мне пришел. И оставайтесь со мной до конца. В конце я покажу из своего магазина вот этот невероятный костюм. Он есть в разных цветах. Я покажу, как его можно сочетать. Сегодня он спонсор, можно сказать, видео. Помогает нам в красивом образе. Итак, с чего мы начнем? Начнем мы с обуви. Я заказала себе уги. Та-да-дам! Заказала уги. Уже давно хотела себе обувь какую-то. И, кстати, с моей подружкой мы одновременно практически заказали, мне даже кажется, на одном сайте. Уги Россия. Вот такие вот крутые уги. Идут они размер в размер. 37 размер у меня, я заказала, прекрасно сидят, нигде не давят, не жмут, офигенное качество. Кстати, я заказывала, когда попала на скидки, вы, кстати, тоже можете пройти по ссылке, которую я оставлю под видео, и посмотреть, что у них на сегодняшний день с ценами, очень много крутых моделей, я даже не знала, что уги бывают такие красивые. Мне очень понравились вот эти стразы, мех, вот так тепло, все замечательно, вот такие вот стильные серебристые уги. Мне очень нравится. Я в них теперь такая яркая и красивая. Просто огонь! Кстати, хорошая новость, что по моему промокоду Селена Свей можно получить дополнительную скидку 5%, а также при заказе обуви можно получить перчатки в подарок. Я сайт, где я заказывала, оставлю под видео, и также подробности по скидкам и подаркам. Проходите. Вообще, уги шикарные. Дальше мы с вами откроем коробочку. Это пришло ко мне с сайта Рандеву. Я заказала себе, кстати, некоторые шампуни и бальзамы по вашим советам, которые мне много советовали. Всякие бальзамчики для губ, в общем, уходовая косметика. Сейчас мы вместе с вами откроем. На сайте Рандеву на самом деле очень много уходовой косметики. И бывает часто девочки пишут мне и спрашивают: «Селена, где ты заказывала то или это?» Вот в первую очередь к такому сайту, как Рандеву, можно обратиться, потому что там есть все. Там собраны разные бренды, уходовая косметика, парфюмерия, все что угодно. Первое, что у нас идет, это туалетная водичка. Да, мне ее посоветовали на самом деле. У этой марки необыкновенные ароматы, и что марка на самом деле сама по себе бюджетная. Называется Chemisane, если я правильно читаю. Здесь, кстати, нарисована девушка такая в медитации, и розовые цвета, мне стало это очень близко, и я решила именно эту водичку попробовать. Вот такой флакончик. Давайте попробуем аромат. Немножко брызгнем на ручку. Ой, кстати, офигенный аромат, правда? Он с кислиночкой такой, как я люблю. Легенький, даже при том, что сразу пшикнул, легенький аромат. Так, этим я довольна. Что-то еще здесь пришло. Здесь, наверное, пришел какой-то пробничек. Люблю, когда дарят какие-то пробнички, что-то в дополнение к твоему заказу, к твоей покупочке. Это всегда очень приятно и круто. Дальше разворачиваем. О, класс! Девчонки, заказала вот такой вот бальзам Нивея. О нем я уже долго слышала и собиралась долгое время себе взять. Это Нивея бальзамчики. Сначала я увидела в прямом эфире, это Виктория Романец из Дома 2, может быть, вы знаете. Она показывала, что у нее сумочки, и вот у нее был такой бальзамчик. И она говорила, он так невероятно пахнет, круто, туда-сюда. У меня в голове где-то отложилось это. Думаю, надо как-нибудь попробовать, но на глаза не попадался. Потом, когда я была на одной из фотосессий, моя визажист также берет бальзамчик, но я не видела, что это бальзамчик. Я только сзади где-то почувствовала невероятный аромат. Я говорю, что это у тебя такое пахнет? Она мне показывает этот Нивея бальзам. Я говорю, блин, точно надо купить. В общем, запах у него крутой, он такой розовенький. Ах, он правда очень-очень круто пахнет. Такой маслянистый. Прям вообще запах невероятный. Ну и Нивея, кто знает, это на самом деле очень хорошая марка, я люблю, и даже малышу, я помню, покупала Нивея, и все всегда было хорошо. Нивея зарекомендованная уже. Еще я взяла вот такой бальзамчик, тоже из этой серии, только ванила, макадамия, в общем, тут тоже что-то интересное. И еще заказала такой бальзамчик, это другая марка,
Ну, вот такой бальзам клубничный. Так что бальзамов много на зиму не бывает. Они быстро кончаются, теряются то в сумке, то в кармане, то еще где-то. У меня бальзамы везде распиханы. Давайте пройдем к волосам, да? Мне много советовали, говорили, Селена, нужно убрать там желтизну, не надо убирать желтизну на голове. И, в общем, мне на волосах. И, в общем, мне советовали много разных шампуней и бальзамов. В общем, я решила заказать по вашему совету один из бальзамов и шампунь. И попробовать. Это синий бальзам и синий шампунь вот такой фирмы Redken. Мне его советовали, говорили, что хороший, нравится. Ну и я решила взять. Немножечко приглушу желтизну на волосах, если что. Так. Ну, он синего цвета, я так-то вижу. Приятный аромат. А бальзамчик, кстати, такой с легкой синевой, то есть он не синий. Шампунь синий прям, а бальзам голубенький, можно сказать. В общем, буду пользоваться, потом оставлю свой отзыв. Но девочки, которые мне рекомендовали, говорили, что очень крутой. Дали вот такой вот тонер в подарок, чтобы я попробовала. Приятно-приятно, невозможно. Милости, шалости, а приятно как. Так, и следующее, что мы открываем. Открываем. Ага. Это я взяла сухой шампунь Батист, это обязательно, потому что у меня сухие шампуни очень быстро заканчиваются, они очень нужны, потому что фотосессия, куда-то ты спешишь, я вечно на лету, честно говоря, девчонки, незаменимый. Вот Батист один из шампуней, который зарекомендовал себя. Я хотела еще Невея взять попробовать, но его, по-моему, не было, может быть, он уже появился, кстати. Вот, Батист взяла, все супер, у меня шампуни быстро заканчиваются такие. И еще я взяла спрей для волос кератиновый, вот такой. Откроем с вами. Спрей Dove у меня уже заканчивается, которым я пользуюсь, но я продолжаю экспериментировать и искать какие-то хорошие спреи для волос. А как вы знаете, то, что он с кератином, тоже очень хорошо. И как вы знаете, я, когда мою голову, это всегда шампунь, бальзам или маска, это обязательно спрей с кератином для выпрямления, для хорошего расчесывания, и сверху обязательно еще и масло. Я все это использую каждый раз после мытья. На вот этот продукт мне понравилось описание, отзывы, поэтому именно его я решила заказать. Сейчас мы понюхаем с вами ароматик. О, господи, какой прекрасный аромат. Вы знаете, аромат для меня это очень важно. Прям такой свежий, сладенький, кисленький, вообще кайф. Короче, настроение огонь у меня будет. Как он пшикает? Здесь сбоку разобралась, здесь сбоку просто можно заблокировать или разблокировать нажатие нашего спрея. Если мы так, то он не нажимается. Это отлично, если в сумке нужно будет. И вот он нажимается. Все. Распыление идет такое хорошее, прям не буду показывать, но мелкое распыление идет, это хорошо. И аромат суперский. Так, бьюти-бокс сайта Рандеву мы распаковали. В общем, отличный магазин, все прекрасно упаковано, приходит все очень быстро, связывается менеджер. И еще раз повторюсь, что если вы ищете какой-то бренд или еще что-то, что не можете найти, первым делом прям обратитесь на этот сайт, потому что там представлено очень много брендов, прям просто все в одном месте. Рекомендую. Ссылочку я обязательно оставлю под видео, заходите. Вся информация полезная вообще находится под видео, поэтому ее не игнорируйте. И сейчас мы с вами распакуем наш бьюти-боксик. Что же в этот раз к нам пришло? Ого, смотрите, какая большая коробочка и какая красивая! Открываем. Больше всего я люблю эти бьюти-боксики открывать. Они так красиво запечатали все. И прям ты с любовью открываешь все это. А там целый набор красоты огромнейший. Ну, поехали. Так, первое, что я вижу, это Невея. Это шампунь. Такие две штучки. Это шампунь и кондиционер. Может, кто-то знает. Упаковочки пахнет вкусненько. Как я понимаю, все для волос. О, Батист, мой любимый мини-шампунчик. Тоже хорошо в сумочке иметь обязательно. Большой дома, а мини это в сумочку куда-нибудь. Дальше что-то интересное. Масло для увлажнения волос с экстрактом макадамии. О, кайф. Масел вообще никогда не бывает много. Потому что очень быстро заканчиваются масла, конечно, это печально, но зато волосы прекрасные и шелковистые. Следующее, что я вижу, это Avon, сыворотка-заполнитель для тонких нормальных волос, густота и плотность. Ой, сколько у меня всего, прям невозможно, да? Дальше, All Star, Schwarzkopf, что это у нас такое?
такое. Это крем для укладки 10 в одном для звездных укладок. Ну, то есть для меня, да. Так, что же он делает? Это форма, объем, сила, густота, гладкость, эластичность, защита, эффект антистатика. Вот это классно. Влагоустойчивость, то есть дождь ничего не сломается. Блеск, круто вообще. И вот нажимается вот этот вот крем, очень интересно. Это, наверное, типа пенки, что-то типа этого. Бриллиант брюнет, это для брюнеток, наверное. Увлажняющий шампунь для защиты цвета темных волос. Но у меня все блондинки, а значит, этот бальзамчик я подарю кому-то из своих брюнеточек. Возможно, Леночке, моей брюнеточке. Потому что Кристина уже тоже, она у нас почти блондинка. Так, вижу в каком-то треугольничке что-то интересненькое. Что же это такое? Это концентрат митохондриального антиоксиданта. В общем, для всего, для волос и тела. Интересная вещь, мы это потом почитаем. Дальше я вижу разглаживающую маску для волос, огромную просто, с маслом марулы. Син, вот такая масочка у нас. Приятненький аромат. Маски — это тоже всегда нужная вещь. Масок тоже много не бывает, как говорится. И еще вот для пробы у нас здесь питательная маска для вьющихся волос и интенсивная маска для ухода за непослушными волосами. Для два вот таких вот пробничка. Я люблю тоже такие пробнички куда-то носить с собой в поездке. Очень хорошо. Вот такая вот была у нас огромный просто бьюти-бокс. Все опустошила. Это очень круто вообще радовать себя. Бьюти-бокс, у меня ссылка постоянно под видео. Такими коробочками вы можете порадовать как себя, так и своих близких, потому что иногда ты просто не знаешь, что подарить, а в бьюти-боксе есть все. И по-любому это все полезное, нужное и порадует твою подругу или тебя, или маму, или вот кого угодно. И, ребята, если вы смотрите, то это тоже очень хороший подарок для девочки. Такому она будет всегда рада. Это и сюрприз, и косметика, и все на свете. В общем, я очень люблю эти бьюти-боксы, когда мне приходят. Для меня это какая-то все время маленькая радость. Поэтому проходите по ссылке под видео, обязательно посмотрите, что там, и мне кажется, как раз перед Новым годом это отличный подарок и вообще хорошая идея порадовать себя. Все, в этом видео все, сейчас я покажу, как можно сочетать костюм и какие цвета вообще еще есть. Надеюсь, вам понравится, потому что эти костюмы очень мягкие, они очень приятны к телу, очень мягкий материал, плюс все это украшено вот такими вот классными бусинами, жемчугами и бусинами. И стразами тоже очень красивая и, в общем-то, очень хорошо освежает. Обожаю эти костюмы, они очень мягкие, великолепно подчеркивают фигуру. И также их можно сочетать с абсолютно разными вещами по отдельности. Например, свитерок прекрасно смотрится под джинсы или брюки. А юбочка прекрасно смотрится под любую блузочку, например, белую. В наличии есть разные цвета, размер универсальный, идет на S, M, L. Ну вот и все, напоминаю, что все полезные ссылки под видео, сайт Рандеву, сайт Уги, Beauty Box и ссылка на мой магазин. Все под видео, заходите, смотрите. Надеюсь, мое видео было интересным и полезным для вас. Ставьте лайк, если так, подписывайтесь, кто еще не подписан. А я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока!